Конечно, поначалу это было такой снос сознания. Это тяжело для фигуриста, но если ему нравится эта музыка, если ему под нее комфортно кататься, настроение она создавала соответствующее. То есть не то, что это просто какая-то проходная музыка, настроение было. В итоге Артем Бородулин проигрывает Артему Григорьеву целых 7 баллов в общем положении, а по произвольной программе он и Максиму Кофтуну проигрывает. На льду Гордей Горшков, 8 место после короткой.
Вот тебе раз. Под конец программы тройной тулуп ты и сорвал. Ну, практически все сделал без единой помарки. Это, конечно, было очень грамотное катание, очень грамотная программа с грамотной постановки у грамотного тренера. Что тут еще скажешь? Гордей Горшков. Молодец. Правда. Хорошо поработал, вне зависимости от того, как там это могла быть программа еще более насыщенная или еще какие-то более сложные могли бы быть элементы, но то, что было запланировано, то было сделано абсолютно четко, кроме вот этого злосчастного последнего. Да, но тулупе, конечно, потерял он свои пару-тройку баллов. Но в общей сложности это пока что самое собранное катание без срывов практически. 210 баллов он получает. Значит, за свое произвольное катание он получает 140 баллов.